Приветище! Это Мехферма, и мы продолжаем обустраивать наше ранчо. В прошлой серии мы добыли на новой локации, которую зачистили от сорняков, вот дальние утесы. Мы ее зачистили и получили новые ресурсы под названием медная руда и вот такая вот морковка. Моркорнь называется эта фигня. Мы сейчас соорудим здесь небольшую грядочку. В принципе, дерева у меня достаточно. Я думаю, что этого будет вполне. Так, грядочки, вот. И посадим туда моркорень. Пусть он у нас растет. Вот таким вот образом. Даже две грядочки сделаем. Теперь все это дело высаживаем. Где у нас моркорень? Вот. Прям полностью все засаживаем. Сколько у нас есть? Так-то. Что у нас еще есть? Еще что-нибудь высадить можем? Пшеница. Ну, давай пшеницу еще посадим, раз есть. Отлично. Ну и все получается. Еще деревца. Деревца можем высадить где-нибудь. А вот тут давай. Кстати, смотри-ка, у нас уже краселек красный вырастает здесь. Правда, еще не цветет, но стебель уже вырос. Мы его в прошлой серии посадили. Где же дерево-то? Дерево. Да, вон туда. Ух, тут как у меня тоже возросло-то все. Возросло. Наросло. Нормальненько так, нормально. Посажу тут, все это дело полью. Там, по-моему, поливать ничего не надо, а нет, надо. Сейчас зальем. Опробую новую штуку, которую мы прокачали в прошлой серии. О, как шикарно-то. Плюхает и сразу поливает все. Вот это я понимаю, за раз всю грядку полить. Еще и дождиком сверху посыпает. Вон, смотри. Кап-кап-кап. Хорошая штука. И тут тоже надо все залить. Тут... А, и тут... Короче, везде надо залить. И, в принципе, воду я всю растратил. Потом надо сходить набрать. Значит, у нас сегодня в планах построить вот такую вот штуку. Где она? Где? Покажите мне ее. Вот. Дробилка. Для нее нужен медный провод. Проволока, короче. Мы ее можем уже сделать, благодаря тому, что собрали в прошлой серии прилично медной руды. И сейчас мы ее израсходуем на проволоку всю. Ну вот, все ингредиенты для создания нашей мельницы готовы. Остается ее только куда-нибудь разместить, она офигеть какая здоровая, я прям в шоке. Да и вот тут вот, где упал мой мех. Тут даже такой кратер остался. А, не могу тут построить, он строится исключительно рядом с моим домом. Ну ладно, пусть тогда будет тут. Пусть будет тут. Ого! Ничего себе, на ветряную мельницу похоже, если честно. Что мы тут можем получить? А, вот она, красная пыль, где получается. Каменная пыль и токсичные споры, наконец-то. Помимо этого у нас открылись стулья и метеостанции. Подождите. Сейчас мы будем токсичную эту штуку всякую делать. У меня же достаточно, вот, токсичных коробочек. Токсичные коробочки. Кто бы мог подумать, что она тут делается, токсичная спора. На все, пожалуйста. Это нам необходимо для... Все, мельница закрутилась. То есть она крутится не от ветра, а от того, что я туда какие-то ингредиенты закидываю. Хм, интересно. Значит, также у нас еще красильный аппарат мы построили в прошлой серии. У нас он красную краску сделал. Что-то, походу, не видать. Значит, делаем несколько баночек. Пускай крутится, вертится, взбалтывается. Теперь... Ну, теперь уже вечер, и, наверное, скоро спать. О, там что-то вывалилось. Коробочка просто взяла и вывалилась. Токсичность... О, энергетические ядра! Я о них так мечтал. Они нужны для апгрейда. Это здорово. Сейчас посмотрим, что мы там заапгрейдить можем. С помощью этих ядер. Или ничего. Значит, вот, медная проволока у нас есть. Можем начинать вакуумный сборщик делать. А моркорень у нас будет, он вырастет в ближайшее время, поэтому алюминиевые микросхемы, они, по-моему, делаются за счет медной проволоки, так что... Вот, смотри, мощность реактивных ускорителей можно повысить при помощи энергетического ядра. Скорость бега, в принципе, тоже. Что еще мы можем тут прокачать? Это прокачано. Шланг для полива увеличивает мощность шланга для полива, позволяет смывать устойчивую слизь. Это нам пригодится для расчистки новых областей. Такие дела. Алюминиевые микросхемы я не открыл. Ух ты, сколько тут краски-то. Сколько тут краски. А погоди. Вот мы краску. Мир в ярких тонах.
Что-то нужно раскрасить краскопультом. Вот! Вот краскопульт, и он уже заряжен красной краской. Все, я теперь могу красить все. Смотри. Опаньки, все в красноту делать. Зашибись. Прикольно. Теперь я буду тут ваять. Сейчас еще вот это закрасим. И домик, а домик покрасить нельзя. Коробки можно покрасить. Все в красный цвет. Все, даже ведрышко, даже вот торговую платформу. А, все, краска закончилась. Ну ладно. Что-то я разошелся, конечно, немножечко. По микросхемам сейчас хочу глянуть. Мы их можем делать уже? Да, вот, алюминиевые микросхемы, алюминиевый стержень и медная проволока. Окей. Значит, надо идти сейчас и добывать медь. Так что, let's go! Мы уже знаем, где ее добыть. Это все надо скинуть сейчас. Вот они, мои залежи. Рудненькие. Лежат, ждут. Единственное, что все это дело очень тяжело, и в большом количестве я это не утащу. Сколько вес у нее? Почти 2 килограмма. Ну, в принципе, не так уж и тяжело. Бонус хижины сработал. Больше меди собрал. А вот это у нас что там блестит? Я же еще в утесе. Да, это дальний утес. И наконец-то я нашел последнее сокровище, получается. Верно же? Да, я все артефакты и все сокровища собрал. Отлично. О, прудик. Я же его в прошлый раз раздуплил тут. Камушком было все завалено. Камень убрал, и пруд появился. Пойду сейчас залью вон ту токсичную жижу, чтобы проверить, хватит ли мощности моего насоса. Ага, вот и шланг для полива требуется. Все ясно. Дальше не пройдем по очистке планеты, пока не прокачаем своего меха. Нет проблем. Вкачивать сейчас будем. А вот и следующий день. 15-й. Дождик пошел. У меня тут куча всего уже произвелось. И красочка, и токсичные антиведрышки. Еще и торгаш прилетел. Пойдем с ним заторгуем. И надо бы тут придумать какое-нибудь ограждение для моей фермы и моего дома. Надо что-нибудь сделать. Уже, наверное. Так, о, винтажный гибискус. Как это правильно? Гибискус. Гибискус. Что такое гибискус? Вообще без понятия. Но он по скидочке, можно его купить. Пшеница тоже по скидочке. Каменный тур. Покупаем это, покупаем. По ресурсам, в принципе, у меня все есть. Детали. А у меня и денег уже не осталось, слушай, чтобы что-то из деталей покупать, да и не сильно-то хотелось. По чертежам вроде бы тоже все. Тогда лады. Двигатель можно будет сейчас поменять. Также я там все собрал. Коробочки надо заново запустить, чтобы они у меня переделывались. Так, куда их сунул-то? Коробочки, вот они. Давай. Делай мне коробочки. Потом надо красную пыль сделать обязательно. Мы же в прошлых сериях собирали рубин. Где он у меня? Куда его, кстати, засунул? Нифига себе. Точнее, не рубин, а вот кристаллы. Красные кристаллы. Вот. Мы их потом переработаем. А теперь нужно заняться микросхемой. Ага. Куда я побежал? Алюминий забыл. Для них же алюминий нужен. Алюминий у меня тут его в достатке. Микросхемки. Тороплюсь, очень тороплюсь. Медную проволоку надо же сначала сделать. На все делаем медную проволоку. И теперь алюминиевая микросхема у меня имеется. Их тоже на всю. Нет, давай не на всю. Медную проволоку оставим. 7 микросхем сделаем. Вот таким вот образом. Микросхемы есть. Что там по апгрейду? Новое сооружение, футбольные ворота. Нифига себе, что я открыл. Микросхемы. Вот. Объем инвентаря можно увеличить. То, что надо. Увеличиваем. Было 60 килограмм грузоподъемность, сейчас будет больше. Вот что я хочу прокачать дальше, это мощность реактивных ускорителей. Для этого потребуется огромное количество масла алой капусты. Прям капец как. Кстати, у меня же урожай поспел. И вот мы сейчас его соберем и алую капусту тут насадим. Раз нам нужна алая капуста. Вот так вот. Надо все-таки прокачивать пылесос. Что-то как-то... медленно все собирается. Так, алая капуста, семена алой капусты. Пойдем искать. Куда-то я их заныкал. А, вот они, собственно. И у меня не так их и много.
Хотя нет, много. В другом ящике нашел приличное количество. Пойдем садить. Прям все будет сейчас у меня в капусте. Благо... все, кончилось. Благо, дождь идет и сейчас все польет. Также, скорее всего, мне понадобится побольше масла прессов. Масло капусты, пожалуйста. Потому что я всего могу 5 штук производить в маслопрессе. Поэтому масло пресса побольше бы. Единственное, для нее места тут совсем как-то немного. Как бы ее... Зараза! Придется нашу сушилку перенести в другое место. Это я забираю. Сушилку вот сюда мы поставим. Должна тут воткнуться, но что-то как-то... Вот. Отлично. А сюда тогда еще один маслопресс. Друг напротив друга они будут прессовать нам масло. Нормально. Масло алой капусты нам нужно как можно больше. И здесь тоже. Все, зашибись. Теперь, поскольку у нас тут переработка, дробление, вернее, закончилось, нужно закинуть сюда красные кристаллы, чтобы их дробило. Красные кристаллы. Блин, с этими ящиками надо уже разобраться. Я теряюсь в них, в этих мешках, ящиках, бочках. Еще где-то красные кристаллы были. О! Перегрузка. Ну ничего, сейчас разгрузимся. Красителя нам побольше, пожалуйста. Давай-ка посмотрим, что мы там можем модифицировать. Винтаж-винтаж. Хот-рок руки мне больше нравятся. Хот-рок молнии. Винтаж-винтаж. Вот. Гибискус. Давай-ка ножки вот эти поменяем. Фермобот лагом. Ну и винтаж-гибус. Гибискус. Господи, что за название-то? Все барахло выкидываем. Вот таким вот образом. Что-то ножка... Ножка, подожди. Это старая или новая? И втыкаем сюда навьё. В принципе, гибискус такой же, как и обычный винтаж, по-моему. Разве нет или да? Сейчас, минутку. Чтобы сравнить. Вот, двигатель винтаж, он вот такой вот. Я его выкину сейчас. Гибискус у нас установлен. В чем разница, подскажите мне? В принципе, они же одинаковые, разве нет? Окраска может быть чуть-чуть другая, но в целом все то же самое. Смысл, я его покупал. Дальше цепляем ноги, цепляем руки. Что-то рука куда-то улетела не туда. Да что ж такое-то? Как-то все через одно место. Надо заказать новые руки. Просрал руки, вообще капец. Хотя все руки в мире. Так, а где еще одна рука? Почему показан... А, вот она болтается где. Давай, цепляйся уже, наконец-то. Сейчас еще последняя ручка, я надеюсь, что... И ты тоже цепляйся. Ну, в принципе, цветочки какие-то. Вот что такое гибискус. Цветочные ноги, цветочные руки. Капец. Я теперь цветочный. Хочу, короче, сходить в локацию под названием вот это что. Неизвестно, что это за локация. В демке я туда бегал. Там силовое поле было, меня не пускали. Сейчас, скорее всего, я туда залезу. По грузоподъемности жопа. Надо было выгрузиться, но ничего. Я просто на разведку схожу. Алюминия, вагон. Надо будет сходить забрать его. Кабина, кстати, не изменилась. Восстановить желтый лес. Еще развалины? Эти мне не встречались. Надо признать, с вашей точки зрения, они выглядят куда более интригующие. Материал, из которого они построены, чрезвычайно устойчив к сканированию. Так что сверху они считываются как самые обычные постройки. Я тут уже нашел артефакты. Ладно, значит, желтый лес. С артефактами все понятно. О, вот это я хотел посмотреть. Ливнива. Шипастая пила. Пилу надо прокачать, чтобы это собрать. А, все, спать. Пора дрыхнуть. День 16. Че по артефактам здесь? Сколько их всего?
14 штук. Ну, можно быстренько пробежать, в принципе, собрать их. Чё ты их не собрал? Они тут не так уж и спрятаны. Далековато забрались эти артефакты. Достать бы их. Есть. Собрали. Конечно, тут было бы попроще чувачком бегать, а не роботом. Вот, например, вот сюда. Вот сейчас мы чувачком, наверное, залезем, потому что там не достать уже точно. 9 из 14 собрал. Неужели я сейчас все здесь найду? Давай же, собирайся. Ништяк. В принципе, тут можно уже чувачком тоже залезть. Вот еще один артефакт. Ну, выходит, что я сейчас все тут найду. Все 14. Не так, как было это с прошлыми артефактами. Еще два осталось. Еще два, и где же они? Ага, вон вижу. Что это за паркур? Торговец приехал к нам. С торговцем я бы поторгал. Последний артефакт. И где же ты можешь быть? Куда же тебя спрятали? Артефакт. О! Жука нашел окаменелого. Сокровища уже пошли. Так, где-то еще один артефакт тут. Слышу его отголосок. Куда же... Он тут совсем близко был. Ништяк, все собрал. Картина сложилась. Кажется, теперь я понимаю, что здесь произошло. Новое сооружение, странная ограда. Ну ладно, пусть она у меня будет. У меня теперь есть инопланетный компьютер, инопланетный стол и инопланетная ограда. А я бегу отсюда теперь домой. Единственное, я не понял, от чего мы будем очищать эту область. Ну, чуть позже разберемся, не страшно. Блин, ну красный цвет мне нравится. Он такой яркий, издалека прям видно. Опаньки. Это что за сорняк у меня тут? И капусточка, кстати, созрела. Это очень хорошо. Пшеница тоже позрела. Надо что-нибудь теперь сюда засадить. О, и резинка тоже позрела. Угу. Так, я хотел к торгашу, чтобы... Ага, окаменелый жук. Фигня. Вот, наконец-то, окаменелая рыба в цене поднялась. Это здорово. Жева тоже в цене на 3% поднялся. Звезда морская, нифига. Ну и, в принципе, все. Можно продавать. Вот тебе окаменелость. И осколок жеда. Что тут у тебя есть? Гамак ты привезла. Покупаем. И двигатель Hot Rod. Нифига себе, смотри. Двигатель рыцарь. 2000 стоит. Лобовое стекло рыцарь. Руки рыцарь. Вот это я понимаю. Где это, где эти детальё? Очень прикольно своего меха в доспехи рыцаря одеть. Итак, что у меня тут по маслу получилось? 16 штук. Надо еще. Как можно больше. Ага, больше у меня нету. Алой капусты, тютю. Кстати, ты посмотри, у меня красилек тут поспел. Пускай будет, собирать не хочу. Как декорация будет стоять. Так, значит, мне нужно энергетическое ядро создать. Потому что оно потом пригодится. Обнаружен новый ресурс. И он вроде как ничего не дает нам. Улучшенная плавильная печь. Потом сможем построить когда-то. Когда-то, когда-нибудь. Вот гамачок у меня. Это футбольные ворота. Может, тоже построю их. И странная оградка. Для нее какое-то стекло нужно прозрачное. Угу. И я хочу начать уже делать решетчатую оградку. Вот такую вот мне она нравится безумно. Это лучше, чем все остальные. Для дома подойдет. Мягкая древесина нужна. Что ж, мягкая древесина у нас добывается
с елей вон тех вот, ну или сосны, или как они там называются, пойду их рубить. Ну да, точно, это сосна. Будем тогда оптом пилить сразу все, а не, оптом не получится. Хотя, я даже, по-моему, камень зацепляю. Да? Да, но камень мне не нужен, спасибо. Там ничего не упало вниз, вроде нет. А вот, кстати, ялая капусточка. Еще и за ней сюда забежали. Такой распил идет конкретный. А у меня уже перегруз. Это не здорово, но... Ладно. Все, все, все собрать. Сколько у меня там уже? Сотка. Ну, вот... Жадность фраера сейчас губит. Последние вот эти вот сейчас спиливаю, и все. Просто сейчас может выйти так, что я с места не тронусь. Хотя вроде бы бегу. Вечер, вечер, вечерок. Включаем фонарик, так будет посветлее. Кстати, было бы неплохо здесь осветительные приборы какие-нибудь поставить, чтобы освещать мою фазенду. Ну что, начнем строительство нашей оградки по периметру. Так, как-то вот таким вот образом. Вот это все выходит. Ровно. Ровно, ровно, ровно. Дальше отсюда. Сюда. Хотя подожди, может вот это сперва построить? Какой-то кривый, да? Заборчик получается. А, и это мне каждый сейчас подходить и вот так вот. Вот и ну ты. Ну ладно. Заморочусь так уж и быть. Что не сделаешь ради красоты? В принципе, я не могу. Такая волна. Ну ладно. Пусть будет так. По крайней мере, ко мне не будут петухи всякие заходить. Что ж, теперь мне надо отсюда туда. Ага, вот это мне понадобится. Вот этот уголок. Строим дальше. Сколько на все про все у меня древесины, интересно, ушло? Так, отсюда получается. От этой точки. И вот так вот мы ведем. Тут уже все. А как мне связать-то эти два заборчика? Кто-нибудь мне расскажет? Так я сделать не могу. Авторасстановка мне не поможет. Еще разок. Только в этот раз я попробую чебриком все это сделать. Так удобнее, мне кажется. Вот, вот, цепляется все, ништяк. И в эту сторону мне, пожалуйста. И туда, до конца. Вот где-то здесь. Вот так вот. Ништяк. Ну все, теперь тупо строим. Короче, было у меня примерно 56 единиц древесины мягкой. И все это я пустил вот на такой вот заборчик. И теперь древесины у меня осталось всего-то навсего 2 единицы. Да уж. Придется еще рубить. Но этим я займусь позже. Есть другие важные дела. Например, как вот пыльцу собрать. Вот эту вот. И зарядить еще. Если у меня, конечно, есть... Мешалка для красок появилась, и новый рецепт – красное стекло. Высаживаю семена, чтобы восполнить срубленные деревья. Так что у меня тут рядышком с домом будут сосенки расти. Остается все это дело залить. Вода кончилась. Пойду набирать что? Ты мои семена тут не клюй. А ну, брысь отсюда. Офигевший петух. Вот из-за таких петухов и приходится строить заборчики, чтобы они сюда не залазили. Хотя у них ноги, по-моему, они выше, чем мой забор. Походу, зря я его построил. А у нас новый день, 17-й. И там у нас уже, по-моему, морковка выросла. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
О, да. Зашибись. И вот смотри, мы сейчас, получается, вырастили маркорень и научились делать масло. И ну-ка. Ну вот! Блин, почему в прошлый раз маркорень был под вопросительными знаками, что я последний ресурс тут не нашел? Я же его как бы собирал. Ну ладно, в общем, мне, видимо, его нужно было вырастить, и теперь все. Мы в этой области, в Дальнем Утесе, все открыли, выходит. Все собрали, и это здорово. Теперь можно со спокойной душой масло маркорня делать. И дальше апгрейживать нашего робота. Что из масла маркорня мы можем получить? Какие апдейты? Сейчас выясним. Итак, значит... Вот, я же красную пыль собрал, масло алой капусты чуть-чуть, и шланг для полива мощность 1 я смогу открыть. В принципе, у меня все уже готово. Дальше. Вакуумный сборщик мощность 1. Мы сейчас можем это сделать. Давай, короче, мы это все в наш список дел закинем. Тут у нас. В принципе, это можно тоже реализовать, но чуть позже. Дороги, чтобы мы могли строить. Мощность реактивных ускорителей. Это мы в процессе, это мы собираем. И вот, скорость бега. Ну, нужно для скорости бега 36 единиц масла маркорня. Это безумно много. Поэтому у меня, может, даже маркорня не хватит сейчас. Надо еще садить маркорень. Надо еще его посадить. Только вот это вот все собрать, резиночку. Прилетела наша лолочка. Где там она? Вон она. Так, маркорень. На одну грядочку только хватит его. И еще чуть-чуть сюда. Вот так вот выходит. Давай. А, все, у меня больше ничего нету. Надо семена какие-нибудь посадить еще. Вот, алая капусточка у меня есть. Блин, у меня тут грядки в разнобой начали засаживаться. Это не очень круто, конечно. Ну ладно, как есть. Все, я, получается, все грядки сейчас с алой капустой засажу. Еще одна единица. А, вот тут место есть. Последняя алая капусточка и резиночки чуть-чуть. Ну все, заливаем водичкой. Готово. Пойду к торгашу сбегаю, посмотрю, что там по сокровищам моим. Что-нибудь подорожало? О, окаменелый жук. Можно подороже продать. Звездочка. Звездочка вообще не котируется, короче. Знак стрелка влево могу прикупить. Давай купим. А я тебе вот окаменелого жука продам. Насчет прокачки и апдейта. Значит, медная проволока есть, масло маркорня сейчас будет. Краситель, куда я его затолкал? Вот он, краситель. Краситель есть, масло капусты у меня тут его дофига. В принципе, можно это прокачать. Сейчас еще сбегаем за маслом маркорня. Сколько у меня тут его? 10. 10 уже сделали. Зашибись, 2 апдейта у нас в карманчике. Это очень хорошо. Прокачиваем, значит, вот это вот. Шланг для полива мощность 1 и вакуумный сборщик мощность 1. Дальше нам нужно будет прокачать мощность реактивных ускорителей. А следующие апгрейды второго уровня, они нам недоступны, поскольку там красные линзы всякие нужны. Хотя вот шипастую пилу можем прокачать, если будет достаточно масла маркорня. Шипастую пилу уровня 1 могу вкачать? Ну, в принципе, а почему бы и нет? Хотя нет. Пока шипастая пила мне не сильно-то и нужна. Энергетическое ядро слишком дорого мне обошлось. К тому же токсичных коробочек у меня уже и нету больше. А эти пузырики на ферму что-то и не заглядывают. Поэтому с токсичными коробочками. Это дефицит, короче. Пока не буду ничего качать. Пойду. Область открывать. Водички только надо набрать. Ну что ж, токсичная жижа, я пришел расправиться с тобой. У меня новый насос в моем водяном пистолете. Слушай, ну не дурно. Подольше, конечно, чем прошлые. Уничтожаются эти токсичные слизи. Но уничтожаются. Воды бы тут, воды. С водой тут напряжно. Придется бегать вон к тому пруду. Ну ничего, побегаю. Еще я тут увидел пещерочку небольшую. Там наверняка что-нибудь для меня интересное есть.
Окаменелость рыбы. Здорово. Надо забрать. Залезу туда, нет? Давай. Есть. Забрали. Я, кстати, забыл про свой ватербол. Надо попробовать на эту жижу токсичную закастовать его. А, у нас тут еще и сорняки, елки-палки. Значит, вот у нас тут приличная такая зона. Вот сюда сейчас. Ну, в принципе... Нет, а дальше придется домывать так, вручную. А сорняки, собственно, высасываем. Так, смотри, какая токсичная жижа крупная. Посмотрим, справится ли мой ватербол против нее. Вообще изи. Значит, против таких крупненьких можно и выпускать ватербол. Вон, смотри, вон там вот крупняш сидит такой жирненький. Отведай. Не справился ватербол. Эх, блин. Да, с водой вообще напряг. А то тут внизу нет прудика. Нет, тут нету ничего. А, вон же пруд. Смотри-ка. Под плачущим розовым деревом. Избавьтесь от 50 луж токсичной слизи. Избавился. Только не до конца. Яичко лежит. Надо будет сейчас туда забраться. Яичко, я пришел за тобой. Ну как пришел? Ушатался. Робот, не позорь меня. День 18. Дождик, дождик. Спасибо тебе, правда. Жалко, конечно, я с дождя не могу выкачивать воду. Было бы прикольно. Опаньки. Желтый красилек нашел. Такого у меня еще не было. Иди сюда. А тут-то у нас что? Окаменелый жук. Иди-ка к нам. Мы тебя нашли. Че, по всей видимости, вон те сорнячки остались и все. Территория зачищена от всякого токсичного. Ступенчатый пик восстановлен. Еще один регион пригоден для жизни. Кстати говоря, хотите знать, как расшифровывается PRP-3? Планетарный автономный исследовательский робот третьего поколения модель P. С первой частью все приемлемо. Я исследую планету, передаю на Землю информацию о том, пригодна ли она для жизни. Третье поколение, ну, только на третий раз получились спутники, которые смогли пережить полет сюда и не сломаться. Наверное, мне повезло. Но всем было понятно, что жертв не избежать. Так, куда это я пришел? А, это мы все ступенчатый пик исследуем. Правильно? Этот маркер, блин, задолбал меня. Я уже тут обнаружил кое-что. Окаменелость. Ладно, придется срубить это дерево, чтобы добраться до него. Иди сюда. Ништяк. Тут у нас есть что-нибудь интересное? Какие-нибудь пещеры? А, вон где я вышел. Все понятно, это я к этой двери добрался. Ну все тогда. Я хочу посмотреть, что там за ресурс я могу добыть. Где карточка? В принципе, два ресурса тоже каких-то. Но они нам откроются следующим днем, когда все заресетится. Можно сделать по-хитрому, пока там еще не ресетнулось, просто подбежать к кратерам респавна ресурса и посмотреть. Где-то здесь они были, я их видел. Ресурсики, вот. Сейчас посмотрим, что мы тут можем добыть. Залежи железа. Ага. Ну и получается, здесь какой-то овощ еще растет, или фрукт, может быть, на этой полянке он будет расти.
Ну что ж, сейчас я хочу попробовать раздробить камень, чтобы получить каменную пыль. Это позволит нам получить глину и еще кое-что. Значит, вот камень. Пойдем посмотрим, что из этого выйдет. Вот каменная пыль. А, ну и прозрачное стекло я смогу получать. Вон оно что. И на сегодня я еще хотел бы построить мешалку для красок. И чтобы ее сделать, придется сходить за красным кристаллом. У меня же его больше нету. А нет, есть красный кристалл. Надо бы его только раздробить. Продолжаю строительство своего мега-крутого забора. Кстати, насчет этого. А у меня там есть ворота? Что-нибудь типа похожее на ворота? Похоже, что нет. И это беда. Ну ладно. Ай-яй-яй, чуть-чуточку не хватило. О, каменная пыль, кстати. Кидаем ее сюда. Какая интересная. Хотел сказать луна, но это какие-то другие планеты. А еще, нифига себе. Вот это да. Вот это здесь графические глюки. Благодаря каменной пыли у нас появилась плавильная печь. И чтобы ее соорудить, нужна глина. А где же ее достать-то? Минуточку. Подскажите мне, где глину достать. Как бы понятно, что... Скорее всего, она достается... Делается где-то тут. Я думал, вначале в дробилке, но нет. Наверное, вот она где. Ага. Ну что ж, да смотри, какая кирпичная арка. Она мне как раз подойдет под забор. Ништяк. Значит, делаем глину на все. Вот, тут у меня тоже что-то произвелось. Масла моркорня больше нет. Значит, обычный горшок, кирпичная оградка, садовый гном и большая грядка. Нифига себе, насколько она больше. Где эта грядочка? Вот. О, вот это другое дело. Вот это, я понимаю, грядочка. Ее уже можно, в принципе, сделать. Пожалуй, я это сейчас... По идее, здесь бы перестроить все вот грядки и по уму все сделать. Поэтому, наверное, в следующей серии я этим и займусь. А сейчас, напоследок, нужно еще кое-что... Да что ж такое-то... Построить. А у нас новый восстановленный регион, ступенчатый пик. Вон железная руда появилась у нас. И вот ростки новых растений каких-то. Ну, конечно же, еще один замочек в двери открыт. Блин, ты только посмотри, как у меня тут вообще цветасто. Обалдеть, как я люблю свое ранчо. Ну вот садового гномика я уже могу, в принципе, поставить. Рядом с домом, вот с табличкой где-нибудь тут лупануть. Будет вообще зачетно. Потом его принесу. О, он с мой рост, что ли? Ну, нифига себе, практически. Радиовышка. Алло, есть кто живой? Надо же, похоже, с вами пытается связаться кто-то из соседей. Правда, сигнал недостаточно мощный. Давайте поднимемся выше, чтобы лучше словить его. Да-да-да, поднимемся обязательно, но... Прежде, по-моему, я мог... А, это ящик открывается. Я думал, что могу гнома открыть и в нем что-то складировать. Все понятно. Так, что у нас там по итогу? Сколько у нас пыли? 6, еще чуть-чуть осталось. Ну, наконец-то, все. Последние 2 скляночки. Остается только решить, куда мы мешалку для краски поставим. Место-то тут как бы совсем ничего у меня. Туда как-то запихать? Сейчас, подождите. В принципе, вот так вот можно поставить. Пойдет, на первое время сойдет. Мешалка для красок. Доступные рецепты. Никаких. В смысле, как это так? Ничего у меня нету. А, скорее всего, мне нужны краски разных цветов. Я смогу их как это правильно произносится? Колировать. И выводить, допустим, вот смешая там черный с красным, получу зеленый, допустим. И вот все в этом духе. Так что как-то так. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение этой игры, ты знаешь, что делать. Ставить лайк под видео. И подписываться, чтобы не пропустить его. А мы с тобой увидимся в новом видео. Так что до встречи.